Здравствуйте, люди добрые, души чистые. Вадим Карабинский из поселения родовых поместий Карельское Залесье. О власти, о справедливости и несправедливости. Тему эту решил поднять по следующей причине. На странице главы Карелии он такую новость дал, мол, вот идет сейчас незаметный процесс по восстановлению всего того, что было утеряно, разрушено в предыдущие времена. Он имеет в виду своих предшественников на этом посту и всей этой системы. Я полностью поддерживаю нашего главу, тут ничего ничего в моем ролике нету, я его поддерживаю, он и нашему поселению в том числе помогает, как бы есть прямой контакт. Но суть в следующем. Вот он говорит, вот сейчас незаметный такой идет работа по восстановлению. То есть нет у нас свершений, мы просто хотя бы восстанавливаемся. Все вот эти долги, особенно в экономическом плане, возвращаем. Я уже не удержался, там в комментариях оставил, мол, вообще-то люди многое могут понять, многое могут выдержать, терпеть, лишь бы впереди они чувствовали, видели логикой в том числе, что будут жить семьи в счастье и в достатке. Еще лучше было бы, если бы еще каждый знал, в чем истинные причины вот этих всех проблем, которые сейчас приходится разгребать. И если бы каждый знал, что конкретно ему делать на своем месте. Но, к сожалению, глава Карелии пропустил все вопросы о первопричинах, Но за то, что конкретно каждому делать, он ответил через запятую «работать», запятая «платить налоги», запятая, и каждый на своем месте, в селе, там, в населенном пункте, развивать, в общем, свою территорию. Тут я дословно не помню. И вот я не стал продолжать дискуссию о том, чтобы работать и платить налоги, потому что то, что я бы сказал, оно бы прозвучало, не так, как сейчас нужно бы, как бы в этом месте, как нужно было бы говорить. Но для вас, для своих зрителей, я скажу, это сбор налогов, в общем-то, вот как я был молодым, как вот сейчас я в таком среднем возрасте, до сих пор мне это воспринимается, ощущается как что-то совершенно инородное, потому что, по многим причинам, вот тут есть такая общечеловеческая вообще суть человека, о том, что власть вообще неестественна. Власть – это в любом случае насилие, в любом случае принуждение, в любом случае борьба за власть, в любом случае притяжение темного, борьба темного за власть. И, соответственно, как светлые силы, светлые люди, которые пытаются во власти навести порядок, огромная махина, система по подавлению светлого в людях. Это вот один вопрос. Это ладно, это оставим. Но даже если просто на любом логическом уровне брать, что та же самая власть продает ресурсы нашей Карелии, там камень, лес, это вот самые большие ресурсы. Есть и другие ресурсы, там электричество, машиностроение, заводы. Так вот, недра. Давайте просто самое очевидное. Недра, которые вроде бы по конституции принадлежат народу, проживающему на этой территории, продаются. С этого, то, что бизнес находится в основном в иностранной юрисдикции, это проблема как бы власти, это проблема нашего законодательства на самом деле, то, что мы сами в Конституции в 93-м году утвердили, и вот это стало возможным, что тут государство не напрямую получает весь доход с этих недр, а всего лишь навсего налоги собирает от владельцев этих там предприятий по добыче, обработке камня, древесины и другого. В любом случае, налоги государство получает,
Любой вот простой, ну, абсолютное большинство людей здесь, в Карелии, живут, ну, на мой взгляд, живут бедно. Ну, то, что у них там есть машина или квартира в ипотеке, это не показатель достатка, это всего лишь навсего показатель встроенности людей в систему, что вообще-то это показатель того, что они зависимы от системы, которая их порабощает, изнашивает и выбрасывает. Люди живут бедно, на мой взгляд. И всем, в общем-то, ну, всем нормальным, хорошим в душе людям, стремящимся делать добро, каждому не хватает чуть-чуть денег для того, чтобы там жить на своей земле, там построить дом, какое-то наладить производство, не разрушающее землю, ну, там, как бы мини- или там семейный бизнес. Чуть-чуть денег не хватает, на мой взгляд. Но на самом-то деле вся вот эта система-то ЖКХ, кредиты, вот сейчас вот люди, наверное, они вот из-за того, что как лягушку на медленном огне подваривают, она не замечает, что проблема нарастает. И, наверное, вот люди, большинство сейчас просто, они не представляют, насколько глубоко они уже как бы вот вырыли себе яму, или как, насколько глубоко спилили сук, на котором сидят, или насколько мало тиков осталось у бомбы замедленного действия, которую они под себя подложили. Я считаю, что вот если в сухом остатке абсолютное большинство людей очень бедные. Тут что угодно случись, и или они останутся без квартиры, или там, ну, там любой какой-то там кризис, долги, что-то как-то неурядица, нужны деньги, банк отобрал, выселили из жилья. Это, ну ладно, хорошо, пусть это кто-то считает маловероятным. Ну, там отключили электричество, опять, или что угодно отключили, человек в квартире, он никто. Человека уволили с работы, он со всеми своими кредитами, он опять никто и никуда. Я вот в этом смысле. И при этом, что все люди, встроенные в эту систему, они безвозвратно теряют время жизни, данное Богом, и здоровье, данное Богом. Меня что-то не туда понесло, я вообще не об этом хотел сказать. Но оно все, конечно, взаимосвязано. Так вот, недра, государство, власть продают. Мы, население по Конституции, вроде бы владельцы этих недр, мы не получаем ничего. Ну, ничего, не надо рассказывать про то, что на эти деньги дороги строятся, школы строятся. Если бы на эти деньги строились дороги и школы, то дороги бы, школы были бы великолепны и прекрасны. Но при этом еще, кроме того, что продают наши недра, и при этом мы все вот живем бедно и погружаемся в эту бедность все глубже и глубже, еще и работайте и платите налоги. Мне трудно передать, я никогда не работал на работе, и поэтому, возможно, поэтому мне настолько остро кажется это несправедливым. Это, да, мы привыкли считать, что совершенно естественно нужно положить свою жизнь, встроиться в систему, разрушать землю своей работой, своей деятельностью. И все это оправдано тем, что надо семью кормить, что по-другому быть не может, что стране надо развиваться. Ой, и еще что-то. Ну, как-нибудь, в общем, каждый себя оправдает. Ну, просто банально надо выжить, поэтому как бы, а дорожки для выживания есть, предлагает только система. Вот встройся, вот тебе работа, вот тебе зарплата, как бы на еду хватает, на ЖКХ хватает, а больше тебе нельзя, потому что появится время размышлять, отдыхать, выстраивать какую-то свою жизнь, гнуть какую-то свою линию. Честно, сбор налогов я совершенно не понимаю. Тем более вот с людей, с абсолютного большинства, которые живут не в достатке. Если налог, на мой взгляд,
если человек, ну, создал какую-то такую деятельность, которая разрушает общество, разрушает землю, природу, который, ну, как бы выносит наше богатство общенародное куда-то, ну, за границу, вот тут еще как-то можно говорить о налогах, хотя, ну, в идеале, если говорить, то не должно быть вообще такой деятельности, которая разрушает людей вокруг и землю. Наш единственный дом на всех. И на русских, и на американцев. Это наш единственный дом. Вот, а с простых людей, с обычных, с большинства, брать налоги и считать, что это нормальным, вы работаете... Работаете, разрушаете землю, разрушаете людей, при этом ваши дети, ну, как бы тоже вынуждены встраиваться в систему, потому что у вас нет времени на их воспитание, на том, чтобы научить их здоровому образу жизни, чтобы дать им возможность вырасти здоровыми духовно, физически. Это считается вот нормальным. Я считаю это ненормальным. Вот. Я недоумеваю. И, конечно же, мне обидно, что вы тоже свою жизнь не перестраиваете, не исходите. Вы эту нормальность для себя как-то объяснили и живете с этим. Мне с этим трудно смириться. Вот я вот про кредиты, про ЖКХ уже упомянул. Я хочу просто в эту же цепочку уже тут, чтобы добить вопрос, фермерство. Фермерство – это тоже вот это копание ямы для себя, пиление сука, на котором сидишь, там, завод бомбы, как она называется, медленная бомба, в общем, тикающая, в общем, бомбу под себя. Фермерство то же самое, это разрушение своей земли, это тоже наемный труд, это тоже все это налогообложение, зависимость от проверяющих органов, от ГСМ, от техники, от запчастей, а потом будет, как в Европе, в Америке, от семян, от того, что пчелы вымерли, от того, что там цены на то выросли, на сё выросли, то, что без удобрений нельзя. В общем, фермерство – это тоже путь в никуда. На мой взгляд, вот должно быть личное подсобное хозяйство и такого... Но такого уровня, которое позволяет производить излишки, но органическими методами. Ну а совсем в идеале, разумеется, вы меня знаете, я буду утверждать, утверждаю и утверждал, что родовое поместье – выход для абсолютного большинства семей. Это, конечно, те люди, которые, ну, тотально разумом, вот они встроены в систему, они банально возражают, так и туда придет власть и обложит вашу землю такими налогами, что вам не повернуться будет. Ну, как бы то ни было, но именно формат создания родового поместья, ну, нужно только, мы исходим из того, что речь идет о родовых поместьях, именно та идея, которая описана в книгах Владимира Мегре. Именно этот формат родового поместья позволяет, вот это дает вот эту максимальную автономию. Не то, чтобы там зарылся в пещерку или в норку, или как она называется, Алисия Нора, и в шкурах там, и в общем прочее назад в пещеры. Речь не об этом. Речь идет о хорошей там дом, комфортные условия, пусть даже дети в школу, хотя сейчас вообще все разумные люди уже перешли на домашнее образование. Там это даже если человек в городе, муж работает, жена не работает, домашнее образование возможно. И тут социализация и прочее, все возможно. Ну ладно, это сейчас отвлеклись. В общем, родовое поместье позволяет жить и с комфортом, и с обществом, но без кредитов, без рабства ЖКХ, без вот этих все, вот этого пути, в которое ведет фермерство. Я про ЖКХ еще дополнительно мысль скажу. Вот мы считаем, что, мол, вот этот строй, рабовладельческий строй ушел давно в прошлое, феодализм давно в прошлом,
нету вот больше тех помещиков, у которых крепостные. Но очевидно, очевидно, что все те же самые там феодалы, помещики, латифундисты, ну, в общем, и те, и прочие владельцы душ, они все остались. Просто формат сбора дани, он, ну, изменился. Вот, например, там, вот за этим конкретно человеком закреплено ЖКХ вот с этого микрорайона. За этим человеком с этого микрорайона, а за этим вот с этого города. Ну, а эти вот, ну, вот с сельской местности собирают те же. Например, ЖКХ, это просто на примере ЖКХ. Как были крепостные, так и остались. Я вас уверяю, вот взгляните на это своими глазами, как люди были полностью зависимы от владельцев ресурсов, ну там раньше земли, леса, а сейчас вот от владельцев вот этих строений, ну высотных домов и ЖКХ, все, что с этим связано. Ну сейчас вот как вот они... мусор вывозят тут. Это просто введение нового налога. Ничего не изменилось, как раньше было, так и сейчас. Только мы воспринимаем это, мол, вот цивилизованный мир. Я вам рекомендую, прочитайте книги Владимира Мегре и начинайте многолетнюю работу по созданию своего родового поместья. И это не значит, что вам сейчас надо все бросить, а у вас ничего нету. Как это можно начать? Нет, нужно трудиться. Надо сначала землю найти, с людьми познакомиться, эту землю оформить или выкупить. То есть, соответственно, заработать на эту землю. Потом создать образ поместья, как тут все будет. Живой дом, жилой дом. Потом постепенно одно высадить, другое построить, третье выкопать. Это годы труда. И, соответственно, все расходы и весь труд, он вот расписывается на эти годы. Но итог-то какой? Итог такой, что рабское сознание становится более человечным. И вот это все, что я сейчас вот наговорил сумбурно, оно становится очевидным. И возврат туда-обратно, как это, к барину, к хозяину, он, ну, только, ну, вот как от большого какого-то несчастья. За сим все. Быть добру.